Беларусь стала лучшей для агротуризма в конкурсе National Geographic Travel Awards. Наша страна набрала 24% голосов. На втором месте в этой номинации Италия, на третьем – Франция. В прошлом году Беларусь в этом же рейтинге заняла второе место. Тогда нас опередила Италия. Республика также вошла в топ-5 стран для оздоровительного отдыха. Лучшим в этой номинации стал Израиль. Онлайн-голосование проходило на сайте журнала National Geographic. Лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха этого года выбирали в 23 номинациях. Из года в год число агроусадеб в Беларуси увеличивается, становятся более разнообразными предлагаемые ими услуги. Указом президента предусмотрен ряд льгот для субъектов, осуществляющих деятельность в этой сфере. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 2263 агроусадьбы. С 2006 года их число выросло в 66 раз. А услугами только в прошлом году воспользовались почти 300 тысяч туристов. Из года в год растет конкуренция и борьба за туриста. Как результат, многие усадьбы предпочитают специализироваться на определенной тематике. Некоторые объединяются в кластеры, чтобы турист мог одновременно пользоваться услугами нескольких объектов. Среди иностранцев чаще других в белорусских усадьбах останавливаются граждане России, Украины, Польши, Литвы, Германии и США. В настоящее время сельский туризм в Европе приносит, по разным данным, от 10 до 20% общего дохода туриндустрии.